В 91 году Михаил Степанович создал собственное крестьянско-фермерское хозяйство и потихоньку вовлек в семейный бизнес обоих сыновей, а затем и внука. Организовали на 50, у нас вначале было 58 гектар пашни всего, сейчас 900. Был один трактор, можно сказать, списанный, и одна сеялка. Ну а теперь у нас полный парк тракторов, зерноуборочных комбайнов и грузовые автомобили. Михаил Степанович из поколения детей войны. Отец его, Степан Лукич, до призыва на фронт работал механиком. От него глава крестьянского хозяйства унаследовал способность разбираться в технике, а от деда хлебороба – фермерский талант. Сегодня стаж работы Михаила Степановича в отрасли сельского хозяйства превышает 50 лет. Сам он удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Пенсионер до сих пор активно участвует в процессе развития семейного дела. Во время уборки урожая в этом году он, как обычно, сам сел за комбайн. Все хорошо было, только дождей не было все лето. А так было все хорошо, посеяли вовремя, всходы были хорошие. 800 тонн примерно собрали, да, мы. Урожайность у нас средняя получилась 9 центнеров с гектара. Кроме зерна, Губановы занимаются животноводством. Пока поголовье поросят небольшое, однако на будущий год младший труженик фермы, внук Сергей, планирует ситуацию поправить. В рамках реализации целевой программы «Поддержка начинающих фермеров» до 2014 года выпускник Курганской сельскохозяйственной академии получил грант на создание своего животноводческого комплекса. Мы составляли бизнес-план по разведению именно свиней у нас был. И вот получили грант. Было собеседование как в департаменте сельского хозяйства. И получили. На предоставленный государством 1 000 000 рублей Сергей планирует приобрести свой первый трактор. Трактор специальный, то есть он и навоз убирает, и корма подвозит. Сегодня у Сергея 250 гектаров земли в аренде и огромное желание развивать семейный бизнес. Его дед Михаил Степанович уверен, нужно расширять и создавать новые рабочие места, а помощники найдутся. У меня 8 внуков, 6 внуков и 2 внучки. Вот. И уже правнук есть, и правнучка уже есть. Юлия Кобылина, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».